Городские власти восстановят рухнувшую подпорную стену в Солнечном. На это потребуется 1,5 месяца. Сегодня на месте ЧП снова была комиссия чиновников. Они рассказали, что новое сооружение сделают более пологим и на 1,5 метра ниже. Строительство начнется завтра. По словам руководителя департамента городского хозяйства Алексея Фоминых, старая стена обрушилась по вине собственника земли. Если мы обратим внимание на склон, то мы видим, что у нас около 0,5 метра от асфальта до подпорной стены они не заасфальтированы. Это является причиной намокания грунта, что в последующем создает его пучение при замерзании и дополнительные угрозы размыва. Упала стена 6 августа. Под завалами оказались 5 автомобилей. После в микрорайоне ввели режим ЧС. Это позволит властям взять около 28 миллионов рублей на новую подпорную конструкцию из бюджета города, хотя находится стена на частной земле. Кто будет компенсировать потери казны и автомобилистов, вероятнее всего, решит суд. А следователи, которые возбудили уголовное дело, выяснят, почему заранее стенку не ремонтировали, несмотря на жалобы жителей.